Ой, крыло, крыло, крыло. Ой, я вас умоляю, что ты... О чем так? Да нет. Сеня. Да нет. Да не бойся. Он смотрит, он изучает. Нет, он может лапой. Ну, нет, лапой нет. Аккуратно, чего? Ну, как аккуратно? Сеня, фу. Сеня, фу. Стоять. Не бойся, не бойся. Да не бойтесь вы. Не желаю. Гоша, иди ко мне. Иди ко мне. Гоша, иди ко мне, птичка. Такой не бойся, не бойся. Иди ко мне. Он никаких резких движений делать не будет. Он сначала будет делать аккуратно. Он понюхает его. Аккуратные. Ему надо понюхать. Нежные. А вот потом, здесь, когда он вот так присядет, вот так, да? Не бойся. Тогда надо, чтобы он мог заиграть. Птичка. Он хочет все же. Ага. Понюхать. Понять, что это такое. Понятно. Понюхать надо, конь, хвостиком. Ну, давай, не бойся, иди. Вообще такой без хвоста. Да? Отойди, Коля, снимай. Понюхать надо, что там, чем он пахнет. Гош, иди ко мне, иди ко мне, птичка, иди ко мне, иди ко мне. Да не ты, не ты. Чем там пахнет, а? Ну иди ко мне, этот еще пытается что-то погрызть. Провод, наверное. Слушай, спокойно. Ну да, что-то такое. Интересно, как дымка бы я реагировала. Дымка. На схватил точно. Он на птичек так. Дымка может и схватить. Да. Ну ему интересно. Ой, ой. Сеня. Пап, забирай. Ничего, ничего, ничего. Иди. Пока не страшно. Загонял попугая. Загонял. Пока не страшно. Мы так много не ходим, да? То Синька сам боится. Боится, побаивается его вообще. Крыла там. Одно крылышко у него сломано, да? Да ну вас нашли странной живностью. Кушать я ее не хочу. Играть она не умеет. Чего мне нужно? Чего вы ко мне пытаетесь приставать с ней? Вот смотрит и не гавкает ничего. Ну еще почему ему гавкает? Не, он иногда же, когда возмущается, он бывает тявкает. Он на игрушку тявкает. Вот на эту, которая. Ну, батарейки. А так. Та села, я поставила, она тут же опять села. Ну, это вот с игрушкой. А вы гавканье стоит ему здесь. Потом устаю. Надо убрать. До следующего дня. Козяба, иди сюда. Хозяин, не иди сюда. А, уже смелел. Что-то совсем... Я не успеваю, друзья, за вами. Уже начинает. Не, пап, все, давай, закругляйся. Вот на этом стоп. Вот здесь он уже начинает его с ним.
киржаком забью. Ну хватит его, бедного. Он хочет тебя посмотреть на тебя, а не так много, ты к себе его разверни. Он все пытается тебе за... Вообще ничего лишнего с собой.